Добрый вечер, дорогие друзья! Говорит и показывает Хадера. Мы рады приветствовать всех, кто пришел сегодня в этот прекрасный зал, где буквально через несколько минут начнется торжественная церемония, посвященная открытию финальной фотовыставки «Конкурс фотография года 2002 Израиль». Это поистине событие года. Аплодисменты, дамы и господа! Дорогие друзья, сегодня в этом зале собрались те, кому близок мир фотографии. Фотоискусство объединяет людей. И неважно, кто они по профессии, где живут и на каком языке говорят. Язык фотографии понятен всем.